Что у нас здесь происходит? Вот смотрите, но доходы, понятно, они, к сожалению, они снизились в этом году. Рынок труда испытывает определенную нагрузку. У нас подросла безработица, было 4,7-4,8, стало 6,8, сейчас поменьше уже, 6,3. Это лучше, чем, скажем, в США, где за 8 уже безработица, где там 6, там 8, да, 8%, а в еврозоне еще выше. Но что делать с другими показателями, в частности, с ростом цен на, прежде всего, на базовые продукты питания? Пандемия здесь ни при чем. Если в первых двух случаях понятно сокращение производства и высвобождение рабочей силы, никому не нравится снижение доходов. Уверяю вас, и вы сами это хорошо понимаете. Но еще люди это могут понять в связи с объективными сложностями, которые происходят не только в нашей стране, а в мире. Здесь люди оценивают только наши с вами эффективные, либо не очень эффективные, но действия властей на то, что происходит в экономике, в мировой экономике и в нашей, как части этой мировой экономики. От этого никуда не деться, это понятно.